Здравствуйте, меня зовут Козловская Ирина Александровна. Мой рост 172 сантиметра, вес 53 килограмма, параметры 84, 65, 89. А лет сколько? 21 год. А родственники у вас есть? Что? Родственники есть? Родственники? Папа. Но есть братик еще, но он очень-очень занятой, поэтому я не указывала там в анкете его номер. Фамилия такая популярная. Что? На телевидении у вас никто не работает? Нет. Козловский на СТВ, там еще был Козловский в автопанораме, поэтому я очень люблю эту программу. Автопанорама? Да. Хорошо. А откуда вы узнали о кастинге? Узнала о кастинге из рекламы на телеканале СТВ. Какой автомобиль вы водите? Peugeot 307. Серебристого цвета. Хорошо. Покажите, как он? Как он заводится? Как заводится? Да. Давайте я покажу, как он зимой заводится. Давайте. Предупреждаю, у меня дизельный автомобиль, поэтому давайте. Он заводится. Во-первых, надо на кнопочку нажать. Так, открыли. Присели в машинку. Дверку закрыли, потому что там же холодно. Все. У меня стоит всегда на скорости. Поэтому сняли, мы же выжили сцепление. Сняли первую передачу. При этом придерживаем тормоз. Потом заводим, не заводится. Что же такое? Как заводится? Взяла отчаяние, все кажется, жизнь закончена, поеду в мороз на автобусе, и все же это последняя надежда. Она завелась, можно ехать. Нет. Это крашеный цвет. Скажите, а вас часто останавливают сотрудники ГАИ? Бывает. Даже недавно был случай, у меня контактные линзы для зрения, не для цвета. Глаза для зрения. И сотрудник ГАИ спросил, вы сейчас в линзах или нет? На что мне, как в принципе, даже стало интересно, как они хотят проверять, в линзах я или нет. Но он уже не стал проверять. А если штрафовали хоть раз или останавливали? Нет. И нарушений какие-то? Нарушений нет. Ну хорошо, если вас остановят, как вы будете проявлять свое обаяние? Что вы будете говорить? Ну, для этого, наверное, специально выкрашена блондинка. И поэтому как бы сразу говоришь, что вы знаете, я, наверное, тут... Ну, может, я где-то нарушила, но я об этом, наверное, не знала. Я думаю, это как девушка, вы поймете, что помогает. Ну, теперь мы хотим увидеть ваше дефиле. Кладите микрофончик слева, справа. И ждем музыку. И стартуем. Логично. Мазда Гуд, чтобы они скорее проводили конкурс «Автоледи», я там обязательно поучаствую, может, они машину дадут.